Джедай-сектор! Получен урон. Джедай схвачен. Нарушитель избегает ущерба. Еще сопротивляешься? Неразумно. Пустяковый противник. Давай сюда, друг. Беги! Критическое попадание. Мусор. Взял. Твои шансы на выживание низки. Очень. Спешим назад на пост. Нам еще рапорт составлять. Ты делал записи во время патрулирования? Нет. А ты? Конечно, делал. Кто вообще не делает записи о патрулировании? Здесь нарушитель! Раскрою тебя, череп! Давай сюда, беги! Даже не придется стараться! Больше никому не погибать! Ты слишком быстрый!
Не поможешь? Отличная работа. Я помню трепет перед этими пещерами. Как мне не терпелось завершить обучение и стать рыцарем-джедаем. Теперь... Замечен враг. Ты пожалеешь об этом. Оказано воздействие. Контролируй свои эмоции. Но, учитель, это же просто.
остановиться! Сюда! Получай сюда! Я тебя прикончу. Давай сюда, беги! Нужен Стим, беги! О вас говорят по всем имперским каналам. Направляют на вас все силы. Вы с Гризом в порядке? Мы залегли на дно, но буря почти улеглась. Скоро останемся без укрытия. А если замаскировать сигнал Богомола? Это работает только, когда они нас не ждут. Есть другая идея. Взломала их шифрование. Искажаю передачи, но уже скоро они все восстановят. Надеюсь, это даст нам фору. Спасибо. Тут повсюду штурмовики. Илун был нашей планетой, Кэл. Напомни им об этом.
Целостность нарушена. Они прорвались и вызвали подкрепление. Каждый звездный разрушитель в секторе направляется сюда. Если они доберутся сюда до тебя... Нет, мы прошли этот путь не для того, чтобы угодить в плен. Я иду к вам. Это того стоило. Впервые я это увидел, когда был маленьким, почти как ты. Но совсем не таким храбрым. У нас гости. Пусть Крис закроет богомол. Что? У тебя же империя на хвосте! Парень, ты что, спятил? Доверься мне. Хорошо, закрываем корабль. Иди, давай, Стим! А!
Нужна помощь! Ты справился. Мы. Без вас я бы сюда и не попал. На Бракке я мечтал о том, как буду штурмовать Корусант вместе с выжившими из Совета джедаев. На деле судьба Ордена зависит от азартного игрока, бывшего джедая и недоподавана. Кучка неудачников. Сам понял, что сказал? Только на Беди можно положиться. Он дал Кордове стереть свою память, чтобы остаться и вести нас. Но вы оба хотите пожертвовать всем, чтобы продолжать, когда это кажется невозможным. Неудача – это часть пути. Я это понял. Спасибо. Вам всем. Не сейчас, у меня дела. Помнишь тот огромный корабль на Зефо? Вдруг там найдется что-то интересное.
Из-за этого Кордовы мой корабль скоро на свалку отправится. Он хотел исследовать всю галактику. Ну и как? Мы исследовали немало планет, гробниц и храмов, связанных с Зефо и джедаями. Но у меня есть предел. Для него же предела не было. Безумный старик остался в одиночестве. Он всегда был один, даже когда я была с ним. Будущий и труд заботили его больше всего на свете. У него не было времени. Он постоянно был в движении. На Богана я впервые увидела, как он осел на одном месте. Пусть и ненадолго. Присядь, парень, пора приземляться. В природе одна грязища. Ненавижу эту планету.
На природе одна грязища. Ненавижу эту планету.